ребенок в качестве эксперимента решил проверить, можно ли накачать и как сильно перчатку, которую мы носим во время карантина. И вот что из этого получилось. Поздоровайтесь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. И вот моя ручка, которую я накачала. Шарик вот ты себе сделала, да? Да. Скоро пальцы начнут качаться. Да. Как ты его назовешь? Я его назову... Пипочка? Да. Это большой шар. Ты любишь шарики? Да. А тебе не покупают? Угу. И поэтому ты решила что сделать? Накачать его сама. Кого его? Это же не шарик. Это шарик. Нет, это не шарик. Это была рукавичка, теперь шарик. Смотри какой. Прям больше тебя. И от больше головы, да? Да. Больше головы теперь. Нравится? Да. А насос? Классно. В общем, у тебя занятие супер, да? Да. Уже пальчики начали качаться. Да, вот такие вот начинают. Пипочки. На пипке. Это его волосы. Да. И ручки. Вот этот уже накачался почти, да? Да. Вот такой он у меня, короче, получился. Такой большой, громадный. Туда бы блесточек еще. Зачем? Ну, для красоты. Ты хочешь, чтобы он лопнул? Нет. А что ты хочешь? Я его накачаю и запущу. Куда? А хотите, я вам прикол покажу? Нет, не надо. Насос оставьте в покое. А то да. Ты сейчас насосом запустишь или как? Да. Подвешу, и он так вот закричит. Ой, ребеночек, тебе весело? Да. Такой шар получился. Вот 15 минут у ребенка занятия, да? Да. Спокойной жизни. Угу. Угу. Вот такой. Вау, он на глазах больше становится. У него здесь даже уже рука вот такая. Опа. Какая? Вот такая у нее. Вот, сами посмотрите. Пальчики качаются. Да, у нее вот так. Как у настоящей руки. Да? И она даже больше руки. Ну, точно. Вот это вот занятие, да? Угу. Вау! У него здесь даже уже все вот так вот пипки. Ну вот такой у нас шарик получился. Главное, что он не лопается, да? Да. Поэтому эти перчатки можно рекомендовать к ношению, да? О-оу. Ну вот это лопнуло, теперь заново, да? Нет, хватит. Остановитесь. Пожалуйста. Хватит экспериментировать. Я еще хочу.